Finish him. You will never win. I will. Так. Выставлено. Это выставлено. Так, это непонятно. Какой-то дом. Так, здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала, я Маэстро Квартира 1, и сегодня я вот решил такую Prehistory Kingdom, это доисторическое королевство, в общем, как это называется игра, это будет некое такое зоопарк, ну, строительство, там, разведение этих динозавров. Конечно, это не World Evolution, ну, у кого жаба душит, как и у меня, например, 2000 отдавать за игрушку. Значит, это как раз вот альтернатива той игре. Вот, сделана она на Unity, причем, слушайте, ну вот у разработчиков действительно руки из того места растут, они сделали оптимизацию хорошую. Вот, ну, сейчас вы в этом убедитесь. Конечно, не в моих правилах записывать непосредственно, ну, еще не поиграв, но сегодня воскресенье, я решил все-таки сделать такое исключение и сегодня записать уже и с вами посмотреть, что она себя представляет. Так, вот это я, ага, давайте-ка мы вот это сделаем на, так, сюда и нефть сюда. А, вот она, понятно, сейчас, значит, я просто почему это сделал, я хотел посмотреть, будет ли это как-то, ну, чтобы крутить непосредственно. Так, здесь вот некий остров нам дается. Понятно, это демо-версия, кто, я ссылочку оставлю в описании. В общем, кто захочет, может потом перейти, да, демку скачать и тоже в нем полазить, как говорится, поразбираться. Ну, в демке на самом деле ничего нет. Там нет людей, там нету экономики еще. Вообще, это будет некий, да, как я и говорил, такой зоопарк. О, прикольная такая заставочка. Значит, ну, как, да, вы будете вольеры ставить, будет народ приглашать, там, завлекать, значит, для посещения вашего зоопарка, даже, я не знаю, ну, да, зоопарка. И потом уже непосредственно, да, как-то там строить всяких, значит, новых животных, значит, добывать также. Это, как он называется, ну, World Revolution, там, по-моему, геном назывался, ну, вот что-то такое. Ой, World Revolution, подождите, блин, как же она. Ладно, парк юрского периода, в общем, в той игре. И здесь также будет все это такая вещица, она не похожа, ну, что-то тем похоже. Но здесь сделано, в общем-то, на Unity. Я думаю, что, скорее всего, игра будет намного-намного дешевле. И тем, кому, скажем так, захочется построить свой зоопарк, да, динозавриков своих повыводить. В общем-то, альтернатива самое то. При этом я еще раз напомню, что сделаны ли они неплохо. И я бы не сказал, что это там, знаете, как сказать, говно полное. А действительно, ну, хорошая игра, которую можно посвятить, скажем, не один час поиграя, знаете, даже такое слово придумать. Играя. Вот, значит, вот такой нам остров дается. Вот тут водичка есть, да, отлично. Значит, что в первую очередь, что здесь есть? Значит, здесь заборы есть, здесь есть, ага, да, забор из камня, металлический забор, но этого пока нету ничего. Так, это я, как выяснил, это отсюда динозаврики выходят, это их кормушки, ну, кормушки всякие, значит, стена. Так, это, я так понимаю, типа что-то, они здесь прячутся, либо там отдыхают, могут там залезть. Так, здесь у нас,
Ветровая мельница, water pump, ага. Ой, даже транспорт есть. Так, вот этого пока нету ничего. Это у нас дорожки. Ну, дорожка тоже пока не нужна, да, у нас посетителей, в общем-то, нету, ну. Вот. Значит, светильники, камушки. Ага, даже смотрите, есть. Ну, не, ну, небольшое количество, конечно, растений, но тоже прикольно. Если честно, игра напоминает вот парк аттракционов, блин, кастом, не помню, как она называется. В общем, здесь можно увидеть, я сейчас продемонстрирую. Я ее как-то, ну, включил вначале, запустил, потом начал тут вот, посмотрел чуть-чуть и решил сразу записывать, думаю, что времени не тратить. Вот, все-таки выходной. Так, значит... Давайте поставим, где у меня, нет, я, вот, давайте поставим непосредственно, где у нас будут динозаврики жить, а динозаврики, ну, давайте вот здесь где-нибудь поставим, о, вот, ага, я все-таки назначил, да, о, я назначил непосредственно крутилку, отлично, и, угу. Теперь я... Так, ага. Ну, давайте вот так вот. Далее поставим заборчик. А заборчик, вы знаете, вот давайте деревянный. Ну, давайте деревянный, вот такой вот прикольный с зеркалами. Так, и как-то, я не знаю, как давайте огородим его, я не знаю. Так вот. Так вот, ну, я не буду особо здесь, да, так сказать, заморачиваться особо, супер-пупер, но, в общем, хоть с чего-то, как говорится, начать. Так, что на... Ух, нифига себе, слушайте, ну, смотрите, здесь вот уже какое-то количество, да, показано. Ну, понятное дело, что когда выйдет... игрушка, а естественно она не вся, ну не все они сразу будут показываться, да? Ага. Да ладно, серьезно, вы еще и по цветам что ли отличаетесь? Прикольно. О, смотрите, можно оказывается разного этого сейчас даже посмотреть, какие будут. Ну, ну, серьезно? Такой маленький. Ну, конечно, блин, анимация, конечно, так себе. Ну, ну довольно, слушайте, ну, неплохо, неплохо. И вы учтите, что все-таки сделали оптимизацию хорошую, да, и не лагает. Во всяком случае, тот же самый Farm Manager, да, который вообще там писец полный. То есть здесь вообще ребята, блин, молодцы. Так, давайте-ка мы... фильтр не будем. Я хотел, вот мне нравится, знаете, какие мне нравятся, такие длинношеи, вот они, длинношеи. Ну, здесь они, конечно, выглядят не так симпатично. Ну, давайте такого маленького замутим. И ага, здесь нельзя, да? Так, ну давайте двоих, нет, кстати, одного. Ага, мальчик побольше, девочка поменьше, да? Так, и... А это что у нас такое? Так, что это у нас тут такое? О, окраска, слушайте, классно. Ой, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Вау. Слушайте, давайте его сделаем. Давайте сделаем, давайте сделаем. У нас есть один динозаврик. Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? А, то есть мы сами его выводим. О, классно. Ура! Слушайте, классно, смотрите-ка, а? Да, вот это размытие, конечно, оно чуть-чуть
Ну-ка, подождите. Давайте сейчас я попробую, может быть, как-то можно это. Можно это размыть и убрать, нет? Нельзя. Ну ладно. А, слушайте, ну неплохо, неплохо. Да. Ну, конечно, выглядит такой, знаете, как пластмассовая такое, пластмассовая игрушка. Но, в принципе, ну, блин, смотрится симпатично. Да, такой вот. А чудик такой, блин, ну классно, слушайте. Да, о чем я. О, такой симпатяшка. Прикольно, слышите. Так, что-то он тут делает. 26. А, ему уже 27 лет. То есть мы его такого большого сделали. Ладно, давайте еще какого-нибудь замутим. Ну, давайте поменьше, например, вот. Ну, вот такого маленького, вообще малюсенького. И давайте какой-нибудь другой окрасочкой сделаем. Ну, тоже пусть мальчиком будет пока мальчик. Так. А, блин, я все это не то нажимаю. Так. Ну-ка. Ой, какой малюсенький. Малюсенький, прималюсенький. А что у тебя с хвостиком? Бедненький. Что у тебя хвостиком? Так, два... Два месяца всего лишь тебе, по-моему. А, два месяца. Ха-ха, поэтому ты, у тебя хвостиком беда. Так, что здесь еще, собственно говоря, давайте им сделаем. Это есть у них здесь кормушка. Я так понимаю, что вот этот длина шеи, который, он, наверное, что-то... Наверное, вот этот вот, да, у него... Ну, мне так кажется, что здесь все-таки сено ему надо, ну, высоко, да, чтобы у него мог достать. Ну, давайте разных вообще построим. Я вот особо не буду тут заморачиваться. Так, как-нибудь вот так вот сейчас поставлю. Так, развернем это. Давайте вот сюда куда-нибудь кормушку поставим. Я все поставлю, потому что я, если честно, не знаю, кто чего здесь из какой кормушки ест. Вот. Ну, какая ему тут нужна. Далее, здесь есть терраформинг. То есть, ну, вообще полностью изменять ландшафт. То есть вы можете его как горы построить, ну, например, да, вот такие вот гору, например, не вопрос, да. Также можете эту гору, ну, понятно, что вообще вниз убрать, там вот, допустим, вот такую вот сделать некую лужу, можно это непосредственно, да, все это выровнять полностью. Жжик. Ну, тоже, кстати говоря, довольно-таки прикольно. Не, строительство здесь терраформингом на самом деле заниматься, ну, прикольно. Здесь нет такого вот, знаете, геморроя в этом. Вот, давайте давайте спуск такой некий сделаем ему. Так, сейчас. А, спуск-то мне надо вначале надо это вырыть котлован ему. Ой. Знаете, вот здесь я чуть-чуть накосячил. Здесь есть такой момент, смотрите. Если вы, например, вниз опускаете, да, один раз нажали. И просто вот здесь вот, то есть дальше, вот видите, он дальше не будет идти. Он только на определенную глубину, вот на как вы только один раз кликнули. Да, и дальше он вниз не будет уходить. Ну, если вам нужно еще раз еще глубже, да, то еще раз нужно нажать и еще раз вниз опустить. Я считаю, что вот это вот как раз, ну, блин, поприкольнее на самом деле, потому что бывает, когда в некоторых играх нажимаешь, начинаешь там яму какую-то хочешь сделать, а он тебя вот, знаете, на одном месте, если ты держишь мышку, он тебе может чуть ли не там до центра земли докопать. Ну, а здесь вот, да, вырыл определенный вот участок такой, раз сделал, и, допустим, его можно, предположим, такой некий спуск, да, такой вот
Вот так вот. Ой, что-то я тут на... Нет, стоп, стоп. Вот. Так вот, сейчас давайте вот здесь я такой вот вырую побольше, да? Я на самом деле для чего это хочу сделать? Я хочу здесь сделать некий такой прудик. Вот водичка, она уже появилась, да? И сделать непосредственно пруд для наших будущих обитателей. Как они, будут ли они непосредственно плавать, я, к сожалению, пока не знаю. Так, ага. Так, а ты как-то хочешь, нет? Ну да, он, честно говоря. Ну давайте как-то повыравниваем здесь, может быть, что-то, да? Чтобы не так это выглядело убого. Ну, пусть вот так вот, да, мы, в общем-то, здесь, понятное дело, далее здесь, ну, пока это все закрыто, здесь мы можем непосредственно, смотрите, что какую-то сделать. Это, я так понимаю, ага, это что-то мы удаляем, да, а это мы наоборот, да, вот, а, смотрите, мы можем непосредственно, захотели, например, поставить вот, да, вот дерево, например, вы можете непосредственно, вот, да, как в многих играх, просто взять какую-то зону и плотность, да, и взять там вот так вот раз там, смотрите, бам бам бам, ну там наставили, да, такой лес такой сделали. Ну, если честно, графика здесь, ну, с учетом того, что у меня выставлена здесь не супер-пупер, она, ну, конечно, вот эти листочки не особо, но не забывайте, да, что игра только-только, в общем-то, еще такого разработки, и это просто демонстрация, да, будущей игры. А, вот она, здесь вот так вот, да, давайте еще, и вот здесь вот какую-нибудь тоже настроим. Так, а здесь где-то у меня было, я помню... Да, у нас был транспорт здесь есть в игре. Ну, давайте его вот пока вот здесь поставим. А, я его покажу. Он довольно-таки здесь прикольный. А, далее нам нужно... Ну, давайте поставим... Какую-то вертушку здесь. Это, так понимаю, у нас... ну, нужна будет непосредственно для того, чтобы... этим... электричество, да, у нас водяная помпа тоже, скорее всего, для чего-то она нужна будет в игре. О. Да ладно, ты помер. А, нет, ты отдыхаешь. Ты отдыхаешь так? Только не говори, что ты помер. Да, слушайте, вот... Ну, медленно-медленно у них, конечно, все это вот падает, но, с другой стороны, и хорошо, да, не так быстро. Они жрать хотят, там, бегать. О, это да, этот уже, видите, маленький-то он более прожорливый, ну, естественно, ему расти нужно. Так, и здесь кого-то я тут... А, вот, еще мне вот такой вот понравился. Ну, давайте, блин, здоровая зараза, ну, давайте вот такой вот сделаем. А, так, а... Серьезно? Зеленый. Ну, такое. Скины, конечно, мало скинов, да, но, в принципе, это оно и понятно, пока еще они в дальнейшем, как говорится, доработают, разработчики. Ну, давайте этого сделаем. Ага, и куда-нибудь его вот сюда забубеним. Слушайте, ну симпатичный. Симпатичный. Конечно, не супер-пупер сделано. Он травку жует, слушайте, по-моему, насколько я понял, на травоядный. Я сюда не хочу пока вот этих вот плотоядных. А, я хочу здесь травоядненьких. Так, а здесь, а есть еще вот такой вот, нет, не очень.
Так, а этот какой-то с... беленький этот. Этот сейчас чем-то на этого. На курицу похож. Даже не на курицу. Ну, если был бы, да. Ну, походка как куриная. Хотя, может быть, это какой-то, да, дальний родственник курицы. Кто его знает. Ладно. Давайте одного мальчика сделаем и одну девочку сделаем. Да. Так. Значит, так. Так и так. Ну-ка, как они выглядят? О! Точно такие. Ну вот это вот мне напоминает, блин, сетку. Вот комаров, который у меня стоит на окне. Ну ладно, да вы слушайте, ну блин, прикольно. Нет, мне честно говоря, вот игра сейчас вот на данном этапе, ну вообще вот как она сейчас есть, даже сейчас как она есть, она довольно-таки такая прикольная. Если ее разработчики не забросят и непосредственно, да, ну я как там читал и видел, куряка такая, вроде как все еще разрабатывается, то есть там делается эта игрушка, и на нее там, как это называется, всякие патчи выходят, там обновления, искусственный интеллект улучшают. В общем-то, знаете, ну прикольно выглядит. Ну-ка. Так. Ну-ка, а это что у нас за курица? Ардент, ага, красная. Ну, давайте еще красненькую. Так, ем. Так. Не знаю, вот сюда вот ее куда-нибудь. Так, что это у нас за куряка? О, такая шустрая. Слушайте, а нет, смотри, она не боится, она знакомиться пришла. Ну, правда, тот что-то не особо-то ей хочет познакомиться. Да ладно, ты что, еще будешь на нее нападать, что ли? Ты ее кусать будешь? Вы что, драться собрались, что ли? Ребята. Не, слушайте, это мелко что-то явно неравнодушно к этому. Что-то она его прям это бегает и бегает прям. А, слушайте, а это может быть хищная? Блин. А я даже вот, честно говоря, нет, что-то отстало, смотрите как. Не, ну не может быть она хищная быть. Но она же мелкая такая. Хотя кто его знает, как говорится, в тихом омуте черти водится. Ну да, вон даже звуки, смотрите, есть какие-то, как они рычат, орут. Не, явно она ее неравнодушна к той большой. Хотя, может, кто его знает, может, любовь. Так. Спуск я так, кстати говоря, не доделал им. Так, сейчас. Так, вот так вот. И поменьше. Давай. Сделается такой спуск. Нет, маленький, по-моему. Интересно, вот единственное, что с терраформингом у меня, как-то сказать, я не особо дружу, но, блин, да что ж такое-то, а? Нет, ты не хочешь? Да, что-то как-то у меня не особо-то, слушайте, и выходит, да, какой-то...
Блин, не получается она, чтобы у меня такой был. Я хочу вот такой пологий спуск сделать. Ну, чтобы было удобно им. Подходить к воде, но если честно, что-то. Да ладно, серьезно, у нас ночь наступила? Слушайте, действительно, у нас ночь. Классно. Так, а здесь еще есть, я забыл упомянуть, есть, ну, помимо дорожек, да, это в дальнейшем, естественно, нам нужно будет, поскольку люди к нам будут заходить в данном случае зоопарк этот, есть вот такие укрытия. Я, правда, не знаю, вот зачем это, но, наверное, для чего-то оно нужно. Ну, она большая, я его ставить пока не буду, тем более вольера не такой большой. А вот этот я, наверное, где-нибудь вот здесь вот поставлю, пусть, как говорится, укрывается. Ну, мало ли, у нас и животные захотят, да, укрыться. И давайте все-таки я на всякий случай, наверное, поставлю этот, мало ли, все-таки это мелкая тварь, она может быть все-таки хищная. И может быть тоже нужно будет это пожрать. Так. Блин, где-то я тут видел. Так, подождите секундочку. Да ладно, серьезно, я чё? А, вот, у нас есть так называемые светильники. Да, слона, как говорят, я не приметил, да, это. Во. Правда, они что-то особо не светят, если честно. Так. Ты серьезно? Ты можешь сюда поставить? О, классно, слушайте. О! Да, ну согласитесь, прикольно, да? Тут можно подсвечивать кормушку. Прикольно. При этом можно сделать даже ее. Их 4, предположим. Ну, скажем, так, стоять. Так. И так, во. А вот эту мы можем на самом деле убрать, потому что она... Нет, ты не хочешь убираться? Ну ладно, не хочешь, не хочешь, бог с ним. Ну, неплохо, да, такое, знаете, освещение прикольное. Видите, это даже... Правда, он что-то тут... Еда, если честно, да, здесь, конечно, это, блин, убого, конечно, это прорисовали. Этот почему-то у нас застрял. Ну, давайте его отнесем. Точнее, отведем. Не, все равно, вот... Что не говори, но игра довольно-таки симпатична. А я... Так, стоять. Не скажу, что она, знаете, как сказать, что это говно полное. Но оно действительно... О, убралось. Не, она симпатичная, она сделана, она оптимизирована. Да, еще вот, как я, да, хотел показать. Вот, мы можем сесть сейчас... какой-нибудь там такой джип, да, да, ну то есть разные расцветки, ну и давайте вот проедемся, как мы не проворотано с проворотами, ну правда человечков понятно, да, за рулем нету, мы, как говорится, он, а машинка сама по себе ездит. И да, я же идиот, я не поставил здесь нужна дверь, ну ворота, точнее ворота, мы давайте вот здесь вот поставим. Так, где у нас вот она, по-моему, ворота, да, вот. Так, и давайте здесь побольше все-таки светильников. Как-то вот так вот поставим. Так, и можно, например, пару... Ой, ёптать. Да. Да, смотрите, да, вот можно даже дерево, предположим, да, деревья. То есть ниже, выше, то есть, ну, вот, вообще вот так. То есть куда угодно, вы можете из него вообще кустарник сделать, да? Помните, да, как вот, господи, игра-то вот про этих
парк аттракционов, там тоже такого же плана, да, можно было все это делать, править и так далее. Так, так, сейчас, секундочку. Так, давайте вот так вот ее отведем, чтобы... Во, она не мешала. Так, да, и свет, вы, то есть, загорается только тогда, когда мы приближаем, да, я понимаю. Ну, отлично, хорошо. Так, у нас, по-моему, это хватит. Да, и давайте заедем и посмотрим уже непосредственно. А интересно, здесь есть? Как-то свет включается, нет? Блин. Машина резвая, конечно, блин, когда так резво разгоняется. Ты меня не съешь-то? Ну да, как, блин, классно. Нет, ну и трава, конечно, ну здесь так. Трава, ну трава травой, в принципе, знаете. Рвотного рефлекса во всяком случае игра не вызывает. И поиграть в дальнейшем, если она, как говорится, да, разовьется в такой полноценный тайкун, и будем мы строить и всякие разные здания, да, то есть привлекать там и шопинг, и жмокинг, что угодно, это будет вообще круто. Я говорю, альтернатива, в принципе, игре вот парк юрского периода самое то. В общем, я потопил, короче, свою эту машину, да, потопил. Ну и замечательно. О, слушайте, а он купается. Смотрите, да? Ты купай. Ой, слушайте, правда, он купается, плавает. Или ты, дурень, сюда залез. А, ты залез и не можешь выбраться, что ли? Я понял, ладно, хорошо, давай сюда. То есть мы его спасли, я понял. А машину мы утопили. Ну ладно. Вот на такой мы радостной ноте, в общем-то, давайте закончим мы небольшой такой обзорчик так, вот этой игры. Мы, в общем-то, с вами убедились, да, что все-таки эта игра... Ой, умер, бедненький. Ну ладно. Умер так умер. Вот. Убедились, что игра, в общем-то, достойна, да, как альтернатива непосредственно парк юрскому периоду. И... Вау, вау, вау. Она довольно-таки симпатична. Она... есть много всяких фишек, да, можно непосредственно здесь украшать вплоть до... дизайнерские какие-то там ваши фантазии здесь, в общем-то, можно будет воплотить. Понятное дело, у нас есть транспорт, да, у нас по дальнейшем, скорее всего, появятся какие-то, ну, типа гамбургеры, бургеры всякие, эти напитки, да, и так далее, и так далее. И в общем целом игра такая многообещающая. В общем, на сегодня все, пока, пока. Увидимся с вами в следующих сериях. С вами был Маэстро Квартира 1, удачи!